Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами в рамках цикла Небо на Земле говорить о жертвах в святилище. И у нас в гостях вновь Алиник Виталий Иванович. Здравствуйте, Виталий Иванович! Добрый день! В священном писании сказано, что без пролития крови не бывает прощения. И мы уже много раз говорили о том, что жертвы указывали на будущую жертву Иисуса Христа, на Его пролитую кровь, но среди пяти видов жертв есть такая жертва хлебная, да. и там кровь никакая не проливалась. Каким образом эта жертва указывала на Христа? Зачем она нужна была? Что мы можем сказать на основании священного Писания, Книги Левит об этом виде жертвы, хлебной жертвы? Давайте начнем читать, и, может быть, по мере чтения мы сможем ответить и на поставленные вопросы, и на некоторые иные, которые здесь представлены. Это книга Левит. Вторая глава, начиная с первого стиха. Книга Левит, вторая глава, первый стих. Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки, и вольет на нее елея, и положит на нее ливана, и принесет ее к сынам Аароновым, священникам, и возьмет полную горсть муки с елеем, и со всем Ливаном и сожжет сие священник в память на жертвеннике. Это жертва благоухания, приятная Господу. Итак, первое, что важно заметить, если какая душа хочет. Угу. То есть, как и предыдущая жертва, жертва всесожжения, эта жертва была добровольной. Да? В первой главе мы читали во втором стихе так. «Объяви, сынам Израилевым, и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу. Вновь мы подчеркиваем, что служение Господу – это свободный выбор человека. Господь ожидает, когда в человеке произойдет осознание важности, значимости и желания, поскольку служение по принуждению не имеет в себе никакой ни нравственной, ни такой вот межличностной ценности. Это первое. И это Первый момент, который показывает, что жертва хлебная похожа на жертву всесожжения. на жертву всесожжения. Дальше используются те же самые жертвы. Слово жертва само по себе в оригинале это Корбан, точно так же называется жертва всесожжения. Вот. И затем есть также термин благоухание приятный. Тоже указывает на схожесть жертвы. Да, это буквально цитата. То есть повторение, та же самая терминология используется, что и было в первой главе книги Левит, где говорится о жертве всесожжения. Вот термин «жертва» в конце второго стиха, да, где написано «это жертва», в оригинале новый термин появляется «ише». То есть «иш» — это огонь, угу. «ише» — это то, что сгорает в октябре, да, то есть потому ее переносит как огнепалимая жертва, да, это снова параллель, потому что там термин был «ола», поднимающийся вверх, все превращается в дым и поднимается, здесь термин другой, полностью сжигаемый, но идея та же самая. То есть вот на данном этапе очевидно, что жертва хлебного приношения, она повторяет, повторяет смысл и повторяет предназначение жертвы всесожжения. А в каком смысле она жертва? Ведь вот э, в обычном понимании, вот в моем понимании было жертва, что это в жертву приносится животное, и само животное является жертвой. А тут нет смерти, тут никто не умирает. А что тогда является здесь самой жертвой-то? Ну, ну, мы должны помнить, что термин э, «корбан» происходит от глагола, который означает «приближение». То есть Господу можно приблизиться путем... Жертвы кровной Господу можно приблизиться путем жертвы бескровной. То есть понятие жертвы в подлиннике не вмещает в себя автоматически идею пролития крови. И Господь определяет, каким образом, кому какую жертву принести. Потому на уровне терминологии оригинала здесь нету конфликта. То есть это получается как пожертвование что ли со стороны человека или что? То есть вполне возможно, что и так. Но терм, часть своего термин, имения он должен вот на это отдать. Получается. Термин пожертвований хорош, вот, но идея все-таки чуть иная. С чем мне предстать пред Господом, да? С чем мне приблизиться к Нему? Каким образом войти в Его присутствие на Земле, когда э, приходишь к, к какому-то значимому лицу? Э, обыкновенно что-то несешь. Так и издревле было принято, да? Вот. И приблизительно та же самая идея здесь. Господь указывает, с чем к Нему нужно приходить и каким образом это осуществлять. Но нам важно отметить, что обыкновенно, я хочу прочитать стих из книги Числа 28 главы, обыкновенно хлебная жертва сопровождает кровную. Да? И это будет, я надеюсь, началом ответа на ваш вопрос. О том, почему тут нету пролития крови. Да? 28 глава стихии из 3 по 5. И скажи им. Вот жертва, которую вы должны приносить Господу. Два агнца однолетних без порока на день, во всесожжении постоянные. Одного агнца приноси утром, а другого агнца приноси вечером. И в приношении хлебное приноси десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина выбитого елея. Это всесожжение постоянное и так далее. То есть мы находим, что жертва всесожжения сопровождалась хлебной жертвой. Да? Угу. Вот. И потому это было нечто всегда взаимосвязанное. То есть отдельно хлебные жертвы никогда не приносились без э, кровных? Приносились. Но а, коль скоро хлебная жертва представлена как часть жертвы всесожжения, то вот нам нужно будет выяснить, почему да. вдруг от кого-то можно было принять только часть. Но, но пока важно отметить, что по смыслу, угу. по терминологии и по внутренней взаимосвязи это то же самое, что это и всесожжение. То же самое, что жертва всесожжения. Завет Синайский был заключен и с неевреями тоже. Говорится о том, что всякий раз нужно солить солью. Термин мед не описывает тот мед, к которому мы привыкли. Бедный чем-то питается, у него мука в любом случае есть. Все, кто стоял тогда, старше 20 лет, они все умерли. Вот. Таким образом... Первый промежуточный вывод при исследовании этой хлебной жертвы заключается в том, что смысл этой жертвы совпадает со смыслом жертвы всесожжения. Ну и, естественно, тогда появляется вопрос, а к чему она тогда нужна, если уже жертва всесожжения есть? Мы надеюсь, сможем ответить на этот вопрос по мере исследования. А пока я хочу обратить внимание на некоторые детали, которые присутствуют в описании того, как ее следует приносить. Вот во втором стихе написано, второй главы книги Левит, наш исходный текст, сказано, сожжется священник в память. Угу. Память. Термин память отсылает к какому-то событию, да? отсылает к чему-то, что уже имело место. Чуть дальше есть у нас намек. Вторая глава здесь же, стих 13. Всякое приношение твое хлебное соли, соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли, завета, Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль. Итак, появляется термин завет. Uh -huh. да? Когда приносился этот хлеб, это мука, это лепешка. Здесь есть разные форматы хлебной жертвы во второй главе. Говорится о том, что всякий раз нужно солить солью. И это соль завета. Uh -huh, Таким интересно. образом, это напоминает, коль скоро это в память, это напоминает о Завете. Это память именно о Завете. А чуть подробнее, в 28 главе книги «Числа», в стихах с 3 по 6 сказано так. 28 глава с 3 по 6. «И скажи им, вот жертва, которую вы должны приносить Господу, это мы уже читали, о всесожжении, и вот теперь стих 6. Это всесожжение постоянное, какое совершено было при горе Синаи, в приятное благоухание, в жертву Господу. Завет был заключен на горе Синай с народом Божьим. И вот в память о заключении этого завета Господь повелел приносить жертву хлебную. Таким образом, вновь мы видим еще одну параллель между жертвой всесожжения и хлебной жертвой, когда и жертва всесожжения, и хлебная жертва знаменовали собою Завет или обновление завета. Или обновление завета в память того завета, который заключен был на горе Синай. А соль, при чем здесь? Термин соль связан с термином завет, да? В во второй главе по книге Левит в одиннадцатом стихе о соли, точнее о цели, ради которой соль использовалась, сказано так: вторая глава одиннадцатый стих. Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного, то есть броженного. Угу. Ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу. Термин мед не описывает тот мед, к которому мы привыкли. Здесь в не не используется термин дваш, угу. дело в том, что вот, производство меда в, в обычном принятом смысле этого слова, в ту пору не занимались. Термин дваж описывает Финиковый. результат брожения фиников, а -а -а. и вот эта вот загустевшая а -а -а. масса, которую, естественно, выпаривали, кипятили и так далее, то есть это был результат брожения. Коль скоро в меде брожение, коль скоро в квасном брожении, это не годилось для сожигания на жертвенники. Так вот, Соль это как раз-таки продукт, который препятствует брожению. А, Консервант своего рода. Да, да, оно помогает сохранить вот эту жертву, чтобы даже не было и случайного какого-то вот процесса порчи mm -hmm. и так далее. Но вот это устойчивое словосочетание "соль Завета" отвечает на вопрос: в каком смысле в память? В память о заключенном Завете. Так вот, когда Прошло приблизительно 40 лет после того, как Господь завет свой учредил с народом своим на горе Синай, и Моисей обращается уже к следующему поколению, к новому поколению. Он говорит о природе завета Следующая Книга автозакония 29 глава. 29 глава стихи из 9 по 15. «Соблюдайте же слова завета сего и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать». Все вы сегодня стоите перед лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от текущего дрова твои до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою» дабы соделать тебя сегодня его народом и ему быть тебе Богом, как он говорил тебе и как клялся отцам твоим Аврааму, Исаку и Иакову. Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые здесь с нами сегодня стоят перед лицом Господа, Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня» природа Завета, которая была заключена в эпоху Моисея такова, что этот завет был заключен не только с присутствовавшими тогда а присутствовали не только израильтяне, отдельно упоминаются пришельцы так но и с теми которых еще не было. И вот это сам по себе удивительный момент. Завет заключенный в эпоху Моисея он был открытым. Он был заключен и со всеми, кто еще не появился, и со всеми последующими поколениями, кто захочет прийти под сень Господа, кто захочет Господу служить. И это касалось и израильтян, это касалось, касалось и язычников. Потому вот здесь, спустя время, когда человек желал войти в завет, он не заключал нечто новое. Он присоединялся, и потому вот а, этот важный элемент, что это сжигалось в память о том завете, который был заключен на горе Синай, означало, что человек приобщается, присоединяется к тому же самому завету. И причем книга Второзакония рассказывает об этом языком, который кажется парадоксальным на первый взгляд. Вот в самом начале, в первой главе, в первой главе э, написано так: Книга Второзакония, первая глава, ну, например, третий стих. Давайте прочитаем. Сорокового года, одиннадцатого месяца, в первый день месяца говорил Моисей сынам Израилевым все, что заповедал ему Господь о них. Сорок лет прошло, угу. да, с того памятного момента, когда Господь фактически дал угу. свой завет. И вот эта речь Моисея, она обращена таким образом к совершенно другому поколению. Угу. Тем не менее, тем не менее, Говорится в пятой главе, когда Моисей начинает повторять текст диколога, который прозвучал вслух, сказано так, пятая глава книги Второзакония, вот начиная со второго стиха. «Господь Бог наш поставил с нами завет на Хариве. Не с отцами нашими поставил Господь завет сии, но с нами, Uh -huh. которые здесь сегодня все живы. Uh -huh. Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе и среды огня. Uh -huh. То есть парадоксальное заявление в том, что по факту все это Их еще и не было, наверное, тогда. Да, uh -huh. все, кто стоял тогда, старше 20 лет, они все умерли. Сказано, кости их легли в пустыне. Но Моисей относит вот это событие, заключение завета на горе Синай, к поколению, которое стоит перед ним спустя 40 лет, как будто бы оно с ними было. Вот как там будто, у горы Хариф или Синай. Как будто они там стояли. И вот дальше в 29 главе, когда он говорит вот этому поколению, говорит, не только даже с вами тот завет был заключен, но и с теми, кого здесь нет. Угу. Вот это величайшая истина Священного Писания, что Бог в тот Синайский завет включил всех кто захочет позже в него войти. И пришельцев, и детей, которые да. рождаются, и всех. И а, жертва хлебная, она была в качестве способа присоединиться к этому завету, и она приносилась в память о том, что этот завет был тогда же заключен. И вот это интересно теперь а, пос, а, рассмотреть с точки зрения нового завета. Угу. Да? То есть распространено мнение о том, что новый завет это нечто совершенно... Совершенно новый. И не связан с тем Заветом. Как говорится, мы, мы тот мир разрушим mm -hmm. и новый мир построим. Но, когда сам термин «Новый Завет» у нас впервые встречается в Священном Писании, это у нас книга пророка Иеремии, 31 глава, то о нем говорится о Новом Завете в несколько иных категориях в сравнении с распространенной точкой зрения. 31 глава, стихи с 31 по 33. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Позвольте, интересно, э, да, с кем он паузы. заключает? Да, первый. С кем заключен Новый Завет? С домом Израиля и с домом Иуды? С тем же самым народом, который уже состоит в завете, заключенном на горе Синай. В том самом, который был открыт для всех последующих поколений. Чем же он отличался, дальше мы прочтем. Да. Да? Не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой не нарушили. Хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Вот первый ответ: с точки зрения Господа, и со стороны Господа ничего не, ничего не поменялось. Я оставался верным. Причем, если смотреть в подлинник, что термин вот здесь, что касается а, стороны Божьей, который используется в подлиннике, я оставался им мужем, mm. говорит Господь. То есть то, что произошло на горе Синай, оно неоднократно в Библии описано категориями венчания, категориями супружества. Я оставался этому брачному обету со своим народом. Верному, ну вот написано, я оставался в союзе с ним, брачный как бы союз. да. да? да. То есть... Вот, вот mm -hmm. здесь речь идет именно о брачном завете. Mm -hmm. И вот теперь, коль скоро со стороны Господа ничего не поменялось, у него те же цели, те же планы в отношении того же самого народа, вот теперь 33 стих, пожалуйста. «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Господь всегда именно этого желал, и нужно отметить, что это было реальностью для тех, кто был к этому открыт. То есть, вот именно то желание Бога вписать свои законы в сердца и внутренности. В 30 главе книги Второзакония, начиная с 10 стиха, об этом сказано так. Книга Второзаконии, 30 глава, начиная с 10 стиха. Если будешь слушать гласа Господа Бога Твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные всей книге Закона, и если обратишься к Господу Богу Твоему всем сердцем твоим и всею душою Твоею, ибо заповедь Сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя, угу. да, и недалека. И далее, если можно, угу. 14 стих. Но весьма близко к тебе Слово сие, оно в устах твоих и в сердце Твоем, чтобы исполнять его. Видите, Господь описывает реальность того времени, Он говорит Слово вот эти все заповеди, законы, постановления у тебя в сердце и в устах. Конечно, не у всех, к сожалению, да, но в эпоху а, замысла Божия в завете, заключенном на горе Синай, это уже было доступно. Потому когда Господь говорит, я впишу в эпоху Нового Завета мой закон во внутренности и так далее, это не что-то новое. Это, опять же, реализация того изначального замысла. То есть Новый Завет есть завет, который повторяет то, что было дано на горе Синай, который делает возможным осуществление того, что было на горе Синай. Но вот... Новый элемент, который появляется, заключается в том, что все прообразы, все жертвы, которые были частью того синайского законодательства, теперь наконец-то исполняются, воплощаются в жертве Агнца Божьего. И только в этом смысле он новый, не в смысле условий завета, да, да. не в смысле того, между кем и кем он заключается, угу. а только лишь в том, что во Христе исполняются все вот эти образы, да? На случай, если, если кто-то из наших зрителей пропустил тот момент, что Завет Синайский был заключен и с неевреями тоже, так еще раз повторим: мы прочитали в 29 главе и пришельцы, угу. а вот 12 глава книги Исход, еще ранее, которая описывает, какая общность вышла из земли египетской, да, говорит и множество разноплеменных людей вышли с ними. И они стали частью израильского да. народа, но были по национальности своей не потомки по Авраама. По происхождению поплуж. не были потомками Авраама. И, может быть, самый яркий пример – это Халев. Угу. Он по своему происхождению кенезиянин. Угу. А, а вот этот народ э, был в числе народа хананских, которые были изгнаны. То есть, казалось бы, изобреченного народа он стал не только частью избранного народа, но он в колене Иуда был предводителем, он был вождь колена Иуда. То есть, Священное Писание изначально показывало, что Божий Завет, заключенный на горе Синай, это завет для всего человечества. Ну и во Христе, естественно, сказано, если же вы Христовы, то вы тоже часть Божьего народа, семя Авраамова. И по обетованию и наследники. наследники. Да. Аминь. Аминь. Так вот, жертва всесожжения таким образом отсылала человека а, к тому памятному событию. Это в память. Ну и вот теперь мы можем ответить на вопрос, почему же э, нужна была такая жертва, когда жертва всесожжения с той же самой целью, с тем же самым смыслом. И своей... она действительно жертва, и да, кровь проливается, да. а тут Зачем? дополнение, довесочек такой. Давайте посмотрим на книгу Левит, пятую главу. Ну, прежде пятой, может быть, в первой главе интересно бы посмотреть на то, что в жертве всесожжения приносилось, да? Вот первая глава, третий стих говорит, «Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, то пусть сделают так-то». Дальше, десятый стих, «Если жертва всесожжения его из мелкого скота, пусть делают так-то». Четырнадцатый стих, «Если же из птиц приносит, сделают так» акта -то. то есть ценность материальная ценность жертвы идет по нисходящей но были и те кто даже и птиц принести в жертву не мог себе позволить и в пятой главе книги левит это объясняется вот таким образом стихи 7 по 11 левит 5 глава 7 по 11 если же не в состоянии принести овцы то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение. Пусть принесет их священнику, и священник представит их, представит прежде ту из всех птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит. И далее там идет церемониал, угу, да, угу. потому что другая жертва да. описывается. Но, но нам важно увидеть вот эту последовательность. И вот, пожалуйста, одиннадцатый стих. Если же он не в состоянии принести двух горлец или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что он согрешил десятую часть ефы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее Елея и Ливана, пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех. Итак, причина... Социальный статус и финансовое состояние того, кто согрешил. Если, то Господь... если можешь тельца, пожалуйста, крупный скот, пожалуйста, птицу, но если беден, да, если не в состоянии даже двух птиц принести, то вот одна десятая ефы угу. пшеницы. То есть хлебная жертва, она нам показывает еще и то, что Господь дарует спасение любому человеку. Каждый мог за свой грех, получить прощение и апеллировать к той жертве Иисуса Христа. То есть хлебная жертва, она тоже на Христа указывает, но для бедных получается. Хлебная жертва как раз была предусмотрена для тех, кто, кто был настолько беден, что ничего другого принести угу. не мог. И она демонстрирует очень важную истину о доступности Господа. Потому что э, бедный чем-то питается, у него мука в любом случае есть. Так в ту эпоху хлеб изготавливали сами. То есть, э, вот, вот что у тебя есть, то и принеси. А десятая вот, часть Ефы это, наверное, не, не так много, да? Это а, где-то около двух с половиной литров, если говорить об объеме. Mm. Да? Вот, то есть, если говорить о семье, mm. то, а, ну скажем, может быть, ну, дневное пропитание принеси свое приблизительно mm. вот так вот. А, то есть... Очень важная истина открывается о доступности Господа. Любой мог войти в Завет, uh -huh. вот это очень важно, войти в Завет и обновить Завет с Господом путем этой жертвы. А когда Христос потом говорил, что «я есть им хлеб жизни», и когда на вечере Он установил вот обряд, да, Вечере Господней или Евхаристии Причастие, как он называется в христианстве, это связано вот с хлебной жертвой? С хлебной, Очень интересно, что когда мы смотрим на рецепт изготовления этого хлеба, uh -huh. так, то оказывается, что он э, и на вкус, то он совпадает со вкусом манны. Uh -huh. Написано, что вкус манны был как лепешка, как лепешка с, с елеем. А с елеем, да. Да. Ну, есть одно место, где говорится, как лепешка с медом, есть одно место, где говорится, как лепешка с елей. Это, между прочим, истолковывается так, как вот, Господь пытался удовлетворить вкусовые запросы да. разных людей. Но вот это место, оно показывает, что хлебный дар, он был таким же, как манна и по объему это очень важно вот э, то что было сохранено uh -huh. во святилище касательно вот манны это именно одна десятая ефы хлебная жертва указывала на хлеб небес uh -huh. и потому Христос говорит я хлеб шедший, шедший с, небес. с небес Иисус Христос является воплощением этой вот хлебной жертвы и именно тело Его ломимое как на вечере, и написано на части, во второй главе это... книги Левит. Нужно разломить, если это лепешка, и так далее. Вот это все единый образ, который начинается в Торе и продолжается в Евангелиях. Mm -hmm. Большое спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, сегодня мы рассмотрели с вами хлебную жертву, о которой опис... которая описана во второй главе э, книги Левит. В дальнейшем мы продолжим рассматривать иные оставшиеся виды жертв. Пожалуйста, смотрите наши программы. Ну а какой смысл иначе приносить жертву по обету, если не повлиять на Божий выбор? То есть вначале нужно войти в завет с Господом. Сказано, что Он своими руками должен принести. Я раньше, когда читал, мне вот, э, вот такая картина uh -huh. представлялась. <laughs> Эта заповедь подталкивала людей делиться.